Спасибо, что приехал. Спасибо большое. Молодец, что приехал. Я здесь у вас первый раз. Спасибо. Ну, знаешь, тут был... два раза был Путин и один раз Си Цзиньпин. У меня не принято там в дом приглашать домой людей. Думаю, может, не понравится. Все, что читал, наверное, про мое золотое дно и дворцы, думаю... Слушайте, я эти глупости не читаю. Но тебе, думаю, покажу золотое дно. Я эти глупости не читаю. Меня вдохновила природа. Да, вот сейчас мы с тобой сфотографируемся возле моего дуба. Наверное, даже в Молдове немного таких. Вот один, второй и там три. Они уже старенькие и как-то болели. Я их вот спасаю, сколько я здесь живу, ну, может, лет 20. Я их все время спасаю. Жалко такие, смотри, какой красавец. И отозвался. И вот они такие, когда распускаются листья. Большие. Так я вот тут высадил сад подальше от этого дерева, потому что он забирается. Яблони. Яблони и косточковые здесь разные. Все яблони. Да, это яблони. Но уже вот такие старые я убираю и новые. Ну, у меня мать одна в деревне жила. Поэтому мы с Колей жили вот в этом домике. Это мой любимый дворец. Очень хороший. Ты можешь не снимать ничего, но я люблю дома. Я тоже люблю. Неформально. Но не приехать не мог, потому что действительно в свое время ты уже настолько завязался тут с хорошими общими делами белорусско-молдовскими, особенно в гуманитарном плане. Великая Отечественная война, чтоб не приехать не мог. В эти светлые праздничные. Спасибо большое. Будем завтра у отца Федора в храме. Мы собрали землю, где воевали белорусы по Молдове. Собрали вместе и в крипту будем ставить вот эту землю завтра. Вот такое хорошее событие. Вам спасибо большое за помощь, Молдове. За то, что вы всегда нас поддерживали. Мы тоже будем вас всегда поддерживать. Спасибо.